Здравствуйте, команда в лимонных футболках. Здравствуйте, Надя. А? Дождь, а у меня лежит в сумке, я не знаю, доставать или нет. Ну, дождь закончился по заказу. Да, уже кончился. Ну, какая девушка. Такая фигуристая. Пойду поближе. Давай, давай. Да. Так, это представители рубежного, да? Что там на велосипеде? Есть? Есть. На седьмой год велодвижения в нашем городе. Наконец-то городские власти решили обратить внимание на велосипеды. И вновь созданному молодежному парламенту поручили организовать велодень. Впервые с нами велошкола. До этого они нас игнорировали. Вот они, молодые, стоят впереди. Уже заняли позиции на старте. Вот какие-то драконы тут ездят. Хвостатые, хвостатые драконы. Чешуйчатые. Так, пойдем смотреть. Это все твои дети, не? А, еще не все, да? Еще есть. Понятно. Так. Идем дальше. Хвостик. Сейчас хвостик, мы сейчас на пятерку. Давайте вы будете вот сюда, уже пошел вот пятерка, хвостик. Дальше? Давайте близко сюда. Сильно, дальше. Вот это хвостик аж? Хочу единственный флаг сфотографировать. Да не, ну я на видео снимаю. Евгений Васильевич, раз вас приветствовать. Привет. Наконец-то ваша школа вместе с нами. Да. Нет, ваша школа с нами. Нет, наша школа лучше всех. Не спорим. Не спорьте. Суета какая-то. Какие девушки симпатичные. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, тут строят цифры 85. Я понял, 85 лет нашему городу. Ну что ж, прервемся чуть-чуть. Ну вот это, я думаю, все наши. Тебе мало этого? Сердонец, это в основном Сердонец. Но есть рубежный Лисичанск. Ты из Сердонецка, Юля? Молодец. Так, иди строй цифру 85. Иди строй цифру 85. Ладно. Давайте. Ну что ж, сейчас пообщаемся с полицией и тоже, может, встанем в ряд.